Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, надо ли менять ногу на маршруте и каким образом это сделать. Если у вас опытная лошадь, вы можете в фазе подвисания над барьером дать ей команду приземлиться на нужную ногу. Для этого вы смотрите в сторону поворота и усиливаете внутренний повод и внешний шенкель. Если ваша лошадь хорошо меняет ноги в воздухе, вы можете это сделать уже после приземления или ваша лошадь сделает это сама. Третий вариант. Поменять ногу через рысь, но это не очень желательный вариант, потому что такая менка сбивает лошадь с хода и может возникнуть ненужная борьба. И, наконец, четвертый вариант. Согласиться с тем, что лошадь идет контрголопом, и продолжить движение по маршруту. Какой из этих вариантов выбрать, зависит от уровня подготовки вашей лошади. Всем до свидания!